В России могут лишить работающих родителей выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет. Минтруд предлагает сохранить пособие только тем, кто действительно сидит с малышом, а не просит присмотреть за ним своих родственников. Между тем, молодые родители выходят раньше срока на работу из-за того, что не могут прокормить детей на низкие выплаты от государства. В министерстве уточнили, что если опекун или родитель при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то деньги по уходу за малышом не должны поступать ему на карту ежемесячно. Как утверждают сотрудники ведомства, средства должны поступать на счет того, кто выполняет обязанности родителя, пока тот трудится, например, их родственникам. Сейчас по закону выплаты пособия не прекращается, если его получатель, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день.